друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цій владі не можна казати правду, інакше вона покарає, як сталося з бойовим командиром Анатолій Анатолійович, позивний Купол. Його з бойового командування перевели в учбовий центр, понизили, пише депутат Ар'єв. Невідомо, правда, кого покарали. На нулі фахівці зараз на вагу золота, тому це кара не для Купола, а для солдат, які тепер опинилися без досвідченого командира. ЗМІ пишуть, що у відповідь Купол взагалі написав рапорт на звільнення. Ця влада хоче чути тільки те, що вона хоче, і створювати через єдиний телемарафон свою віртуальну реальність. Але бійцям під Бахмутом та в інших гарячих точках нема коли його дивитись, тому вони говорять так, як є. В той же час Алекс Молчанов пише наступне: «С Анатолій Анатолійович ми познакомились в далекому вже 2014 году летом, когда раскочегаривалась полным ходом антитеррористическая операция в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Майор Козел был замом комбата 2-го батальона 95-й десантной бригады, организовал и водил конвои. 1-й и 13-й батальон Житомирян были кадровыми и больше принимали участие в активных боевых и рейдовых действиях. Три комбата – Тарас Синюк, Игорь Герасименко и Александр Пархун. Удостоились за первый год войны высшего звания Героя Украины, так и комбат Михаил Забродский. Тарас Михайлович посмертно, мир его праху. А 2-й бат комплектовался в основном добровольцами и мобилизированными и учился всему на ходу, с колес, в конвоях. Учились и бойцы, и командиры, и Анатолий Анатольевич в их числе. Потом были пески под ДАПом. Мы часто и много встречались и общались и на Славкурорте, который тогда был совсем не курортом, как и сейчас, и в Песках, где десантной группировкой командовал Купол. Он же вместе с тогда командиром 4-й роты Медведем Павел Иванович собирал и отправлял меня с конвоем в новый терминал Донецкого аэропорта. 9 лет знакомы, общаемся, то дружили, то утюжим, то пропадаем с радаров, то появляемся снова. Всякое бывало. Это жизнь. 10 декабря минувшего года мы с Рауль Челачава по головотяпству парней на одном из клапанов у Бахмута проехали речку Бахмутку и попали в нелепый и жесткий пиздорез. Враг пытался сжечь бронемашину нашей 46-й десантной бригады, и, наверное, все участники процесса по обе стороны боя очень удивились, увидев в поле зрения гражданский туарег на зеленых импортных номерах. Я не знаю, куда эти чмошники целились и хотели попасть. Но ёбнуло возле нас неподалеку знатно и громко. Мы в лучших традициях экшена эвакуировались через правую переднюю пассажирскую дверь друг за другом. Машина получила пригоршню пробоин по левому борту и во фронт. Крылья, стекла, двери, крыша, щиток приборов и приборная панель – все вокруг нас. И именно экипаж БТРа «Али» ротного батальона «Купола» вытаскивал нас из нелепой задницы и помогал отойти обратно к блокпосту и спасти оставшуюся чудом на ходу брычку, вернув ее в относительно безопасное место. Спасибо, братва. Купол – неравнодушный человек и офицер. Четверть века обрывал страницы десантного календаря всю жизнь и в ВДВ, и в ДШВ. Многое видел, знает, понял, испытал и попробовал. Ему точно не все равно, что происходит в родных десантных войсках и вооруженных силах вообще. О чем Толя не раз говорил в своих интервью. Журналисты его ценят и ищут. Хоть не всегда правильно понимает и точно интерпретирует то, что хочет донести до гражданских, до мозга костей военный человек, офицер-командир. В ДШВ ценят всех, кто ведет людей в бой и кто может довести людей за собой. Не каждому это дано. Уставы и наказы тут не особо помогают. Любимчиков нет. Все, кто прошел войну с февраля 2022 года, ценны. А кто с весны 2014 бесценны. И личные предпочтения, симпатии и антипатии тут вообще не берутся в расчет. Так правильно. Десантно-штурмовые войска завжди перші. Это и девиз, и способ мысли, и ощущение себя. По разным причинам не получается все именно так, как хочется и как запланировано на бумаге. Даже зарубежные партнеры учат и готовят к одному, а враг на поле боя сильно корректирует и планы, и подготовку, и настрой, и результат. Общаясь сегодня с Анатолием Анатольевичем за чашкой какао на заправке в Житомирской области, куда он приехал принимать учебный батальон и готовить бойцов для всех десантных войск. Не только для всего батальона, с которым прошел тяжелейший год боев от Макарова до Солидара. От интершума в прессе и соцсетях после своего интервью «Вашингтон-Пост» охренел. Как и все мы, общение с журналистами – отдельная наука. Этому нужно учиться и уделять время, как и любой другой работе. У боевых комбатах, комбригов, старших офицеров его нет, так же, как и у рядовых бойцов. Другие приоритеты, но без этого никуда не денешься. Современная война вовсю бушует и в киберпространстве тоже. Мы везде со всеми справимся, вместе, прикрывая друг другу тылы, даже если не друзья и не обнимались на крестинах. Сейчас комбат Купол выдохнет, разберется с накопившимся за год активной фазы вопросами и снова в бой. Все наши враги там. На той стороне, на линии фронта и за линией. А
питание вокруг и не среди своих. Это факт. Рус – ні. Піс – да. Зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!